Приветствую вас, дамы и господа, с вами Рирс, мы продолжаем играть Death Stranding. Сегодня двигаемся по сюжету, дороги строить не будем, ничего не будем, просто чисто сюжетец. Навернем сейчас как следует, давненько не играл в игру в эту, не заходил. Кстати, прошел Звездные войны, скоро на канале будет полное прохождение Звездных войн. Вот, держу вас в курсе. Ну давай, посмотрим, что там этот нам чувак скажет. Извини, что я мокрый, угодил под дождь. Я не хотел устраивать тебе душ. Я думал переждать, но посмотрел на часы. Прости, что так получилось. Да не страшно. В глаза затекло. Подожди секунду. Ох, что-то Архаус ваш. Архаус. Итак, давай будем вспоминать, на чем же я остановился. Что у меня с собой есть. Давай посмотрим здесь, какое задание нас ждет. Заказ для Сэма. До метеостанции добраться. Пойдем на машине это сделаем. Хрупкий груз. До 50%. Доставляем. Ничего брать не будем. Сэм, иногда другие курьеры будут возвращать транспорт Бриджес в гараж. Он предназначен для всех, так что смело можешь пользоваться. Раскрашечка красивая. Слушай, неплохая. Не, ну у нас есть машина. На машине покатаемся. Я ж там пригнал машину, она вроде должна быть. Погрузим все. Перераспределим. И погнали. Отправляемся в путь. Сейчас еще дроида этого шагохода доставим, который песенки прикольные поет. Заказ назначен. Его куда-нибудь кинем. Вот, стандартный заказ доставка роботом. На 29%, на 48% продамажен, на 48%. Ну, в целом неплохо, да? Опытный транспортник. Больше грузов могу носить, отлично. А, все, заказов нет. Идем так. Тачанка моя на месте стоит. Прокоцанная, правда, но ничего страшного. Так, господа, сейчас самое веселое будет. Давай проверим дорогу. Дорога на том же, на той же стадии. Смотрим маршрут. Нам вот сюда. Можно вот зажать и посмотреть, есть ли здесь горы или нет. Давай. От моста. Ну тут смотри, все в лесенках. Походу пешком придется идти. Ну давай доедем вот до сюда. А тут уже будем смотреть. А, мост недостроен. Воу, тихо. Сейчас бы не просто волоситься здесь.
Вот сейчас, например, вот так. Интересно, кто-нибудь видит? Видит. Правда, немного человек, но видит. Этот позор, этот стыд. Во. Во. Промчался. Посмотрим, каких материалов не хватает. Может быть, у меня это есть. А, металл нужен, да? По таким скалам точно на машине мы не проедем. Мне кажется, можно даже не заморачиваться. Столько мостов наставили. Может, до того моста сбегаю? Давай сбегаю до того моста. Может, тот мост более в хорошем состоянии находится. Нет, там вообще ноль. Ладно, чувствую, нам придется идти пешком. Вот до той станции. Че по дороге-то хоть тут? В принципе, желтая. Машина может проехать. За что вы лайки ставите? Он, блин, не построен еще. Еще 300 металла нужно где-то родить. Ладно, пробуем. На ровном месте бы не застрять. Да, вроде можно проехать. Пипец, здесь дорожка. Да. Я с собой ПХК не взял, да? Уходим. Металлы вижу немножко. Ну да, здесь чувак уже все бросил. Блин, я прям... Ну, точно. Поднимай. Машина пускай там стоит. Пробуем тут залезть. Блин, ну придется лестницу использовать.
Давай возьмем металла 200 штук. На всякий случай, пускай будут. Сейчас быстренько. Автораспределение. Шатаем лайкосик ему. Еще металла 200 штук, не. На эти металлы я уже не поведусь. Так. Ну так что? Да какой ты? Зачем кричишь, дурак? Хорошо, господа, я вижу здесь... что же у нас есть? Ну вот до этой лестницы пройти теперь. Попробовать. Здесь потом вот так, вот так и сюда. До метеостанции, давай. Бахаем сюда. Вот так, меточку. Стой. На всякий случай. А, и да. Бежим. Бежим, блин, говорю. Подбирай, 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 подбирай. Все, уходим. Пробуем. Что это дало нам? Ничего, видимо. Слушай, красиво здесь. В принципе, можно подобрать. Да ну ты дурак, ну там же была специальная, ну ты... Ай. Идем ловить. Лестница ж была, ну ты чего? Давай, ловим. Ну завязывай, пожалуйста. Не сейчас, вообще не сейчас. Окей, собрал.
Так, вроде все мое собрал. Сейчас аккуратненько по лестнице пойдем. Давай еще металлов возьмем, окей. Еще металлов нужно взять. В принципе, позволяет вес. Тихо. Ну да, в принципе, в правильном направлении идем. Даже не знаю, как мы здесь пройдем, господа. А хотя знаю. Не, стоит. Сначала про... Ой-о. Это вот здесь надо перепрыгивать. Давай с разбега сейчас. О, есть, шикарно. Прям Алтайский край. Точно туда хоть иду? Похоже на то. Зря я, наверное, здесь полез. Ну, твою мать, а. Отлично. Вот теперь точно нужно будет энергетик попить. Если там, конечно, будет. И дождичек прошел. Вообще красиво, сказочно. Давай с высоты птичьего полета посмотрим на эти горы. Видишь, вот эти вот нити хиральные. Это значит, там тусят бити. Да, кстати, если отдохнуть, то будет сейф. Оп, засейвился. Ну, боже. Так, господа. Здесь по-прежнему терминал. Доставляемся. Кто такой? Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. О, чудесно. Он в идеальном состоянии. Спасибо. Где в идеальном? На 19%. На 19% прокоцан. Ну, окей.
На всех объектах, связанных с UCA, теперь можно использовать спецсплавы. Прикольно. Одна звезда есть, две звезды есть. Угу, немножко получил. Когда подключишь нас к сети... Ой, простите. Окажешь нам честь? Вау! Как приятно, когда настроен микрофон, и вы можете слышать каждое мое слово, а не обрывками, как было раньше. Еще один небольшой участок земли подключен, господа. Поздравляю. Мы практически добрались до зимы. ПХК второго уровня. Вау. Воздушный транспортер. Убежище. Базу можем делать. Прогноз погоды. Ух ты. Наверняка ты в курсе, что Хосе. Станция была построена до выхода смерти. Бриджес один ее отремонтировал. К сожалению, мы давно потеряли связь со спутниками из-за хиральных облаков. Поэтому нам сложно измерять уровни хиралия и предсказывать темп. Но благодаря тебе... Я не сбрасывал ничего. Скоро заработает. Ты облегчил нам работу. А мы теперь поможем тебе. Мы не подведем тебя. Обещаю. Береги себя. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хирали, и оценка этого влияния – одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту – увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хирали из лаборатории. Она недалеко от южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Давайте еще третьего человека, который нам то же самое скажет. Отлично. Доступен новый заказ. Давай посмотрим. Для Сэма аж целых два заказа, слушай. Посмотрим, что там роботы могут доставить. К югу. Сколько звезд у него? Ну, давай вот. А, роботов нет свободных, окей. Давай смотреть. 20 килограмм. Строительство базы. Берем задание это. До фермы сразу идти. Ну, слушай, я не знаю, дойдем мы до фермы или нет. В этой серии. Ну, давай возьмем задание, почему бы нет. Воздушный транспорт сделаем. ПХК второго уровня берем. Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение.
Попробуй. 300 хиральных кристаллов, охренеть. И, блин, сплавы. Давай две возьмем. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Ай. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Берем одну. Охренеть. Жесть. Ох, воздушный транспорт. У меня аж целых две штуки. Зачем мне две? Давай вот эту. В личное хранилище положим одну. ПХК сколько у меня? Одно тоже уберем. Еще могу что-нибудь взять? Вроде нет. Автораспределение. Отправляемся в путь. Давай строить базу сейчас. Здесь неподалеку. Заказ назначен. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сэм, нужно больше хиральных кристаллов. Отправляйся и поищи. Когда найдешь достаточное количество, иди на место и приведи базу в порядок. Ну, настало время использовать тележку. А как она работает-то? Во. Во, забавно, слушай. Нет, зачем мне терминал? На спине. И вот это еще погрузим туда же. Слушай, ну забавно. Я знаю, что ей можно пользоваться как скейтбордом или ховербордом. Я даже видел в инете видосы, где чуваки уже делали лыжную базу с аттракционами и с прочим. Ну, а много в тележку можно. Что у нас еще есть? Вот можно часть металлов. А, уже все. Триста кг она дюжит. Окей, нужно где-то разместить базу попробовать. ПХК второго уровня берем. Сэм,
Это слишком близко к имеющейся постройке. Если хочешь возвести новую, выйди за пределы сенсорного кольца. Блин, ну здесь площади такой ровной нет, чтобы куда-то воткнуть. Может, вот здесь где-нибудь попробовать? Сейчас по заданиям посмотрю. Опа, прогноз погоды, давай посмотрим. Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге. А где он? Ну, господа, что-то я пока не особо понимаю, где здесь прогноз погоды. Давайте вместе с вами смотреть. Здоровье вижу. Погоду в упор не вижу. Базу где-то вот пониже надо построить. Окей. По пути хиральные кристаллы пособираем. А вон, кстати, были. Пойдем соберем. И вот были. Персональная тележка. Только дали машину попользоваться, и сразу же тебя в горы загоняют. На, говорит, на тележке гоняй. Мне кажется, это далеко. Еще где-то внизу. Снова и снова и снова. Жестко. Да, это вниз спускаться надо, окей. Тележка, блин. Да, ты на месте. Давай строить базу. Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой ПХК и выбери пункт база. Угу, хорошо. Посидим немножко, отдохнем. Сэм, так не пойдет. Нужно больше хиральных кристаллов. Если у тебя их с собой нет, добудь их и доставь к базе. Сейчас я сначала все закину. Фух. Тележка, иди сюда. Слишком растянул. Как тобой воспользоваться как транспорт? А, хиральных кристаллов нет. Давай соберем тогда. Окей, сейчас выгружу металл обратно. Ну, в ту станцию и пойдем пособираем немножко хиральных кристаллов. Ну, еще и пшеницу тоже выгружу в хранилище, чтобы ее ненароком не потерять. Оставим с собой только те предметы, которые нам будут нужны для сбора кристаллов. Можно походить, поубивать тварей этих хиральных. Балазганом и гематическими гранатами. Сейчас запасемся. И погнали, постреляемся по ним. Только это довольно-таки далеко. Отлично, 30 килограмм теперь на нас. 315 я могу уже таскать. Все, валим. Ладно, нам хватит гранат, хватит крови. Хватит всего-всего-всего. Здесь вон, кстати, зонтик поставили. Пойдем поюзаем его. Этот зонтик, он и вроде как и заряжать должен, да? Или нет? Ну, я знаю, что он восстанавливает прочность контейнеров.
Еще и второго уровня, кстати. Приблуда. Ну, пойдем уж соберем эти кристаллы, которые там видел. Ну, это такое прям... Капля в море, можно так назвать это. Двадцать восемь кристаллов. Тихо. Кристалл, а че он не отображается? Отлично. Еще кристалл. Двести семьдесят девять кристальчиков, слушай. Пособираем больше, чем 300. Во, хорош. Как на нем? А, вот что-то, что-то делает. А, во, отталкиваться он-то. Реально как на скейте, слушай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты куда, дружище? Флягу наполнил, да? Молодец. Реально скейтборд, смотри. Пока непонятно, как им пользоваться. Привыкать нужно. Давно про скейтер не играл. Ну, такое себе развлечение, на самом деле. В гору вообще она не идет. Ни при каких обстоятельствах. Один кристалл собрал. Зашибумба.
куча целая кристаллов. Нет, якорный крюк. Почему этим спреем не могу починить все свои предметы? Почему только грузы чинятся? Радуга обратная. Угу, вижу кристаллы, и там на поляне еще, видишь, две кучки. Давай покатаемся. Хорош. Да, пока неудобно ее управлять, слушай. Кристаллов уже. Косарик соберем, и хорош. Развесовку нужно сделать. Ты прикалываешься, что ли? Как на этой херне прыгать тогда? Так, Бридж Бэби что-то хочет. Как там с ним поиграть-то? Я не помню уже, как с ним играть. Пойдем постреляемся тут этим дождем. А, в принципе, инвентарь этот дешевый. Можно на ближайшем узле, где крафтится, можно там закупиться по-быстрому. И вообще не париться особо. С его разрешением. Видимо, поэтому его и не чинят. Спрей. Всем насрать. Балазган, главное, чтобы не сдох. Чувствуешь? А тут можно было вообще спокойно залезть. Почти разрушен балазган.
Че это было вообще? Селедки фаршированные. Воу! Супергеройское приземление было сейчас, видели? Пойдем, крестачки пособираем. По 15 кристаллов всего лишь. Это вообще не серьезно, господа. Все, нет. Угу, вон вижу недобитый. Давай поддадимся. Угу, вижу. Пробуем. Больше нечем стрелять. Окей. Пописать не получилось. Упс. Вау. Вау. Слушай, мне бы какая-нибудь помощь не помешала. Чисто случайно так. Чем я могу сражаться вообще с ним? А, есть балазган. Упс. Thank you.
Давай, пробуем. Блин, она ушла под землю. Уходим, 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 уходим. Ему вообще похер на мой балазган. Можно какой-нибудь сейф, не сейф, не? Че, неужели никого помощи нет? Придется херальный кристалл собирать прямо перед носом у нее. Окей, я понял. Я попал. Вообще как слону дробина. Я бы не отказался от помощи, господа. О, спасибо. Давай. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее. Хотя бы так. Как-то быстро переместился. Луч! Лучи добра! Лишняя граната была. Есть кто хочет подмагнуть? Грусть, печаль. Во-во-во-во-во-во-во, есть! Ну блин, я все простерял свое, нет! Подбирай, 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 подбирай! Стоп! Подбираем. Еще одну кидаем. Ай, больно. Уже ушел он.
Офигеть! Куда эта собака сутулая делась? Да ты прикалываешься, что ли? Ну так что? Яу! Окей, зарывайся. Давай, давай, давай. Что еще у меня осталось? Есть еще гранатка. Последняя, давай. Еще разок. Окей, последний выстрел. Ну иди сюда. Иди нафиг, иди нафиг. Давай. Все, со самбо. Ух. Мы спасли этот чертов узел. У нас сейчас будет обалденная база. Было жестко. Поехали-ка на машине. А, он все разрушен. Или нет, еще можно ехать. Пипец, он на соплях, конечно, едет. Блин, еще и аккумулятор почти разряжен. Да и вижу я, капитан, очевидность. Ну и сюда, смотри, можно вообще прям, не заморачиваясь, проехать на машине. У меня же вроде было ПХК.
Воткнем здесь генератор. Че, дождь начался опять? Да мучаем его уже. Грузовичка этого. Так, где здесь можно будет перепрыгнуть по-нормальному? Ну, в принципе, вот хорошее местечко. Давай. Бам! Неплохо прям получилось. Вообще, смотри, просто на изи проехал на тачанке сюда. Сейчас кое-что пожертвую сюда. Ну и этот силовой контур третьего ранга тоже можно в переработку. Экс-гранаты тоже нахрен. Давай изготовим снаряжение. ПХК второго уровня возьмем. Один пускай будет. Одна лестница, один крюк. Ремонтный спрей. 2. Пакетика с кровью. 3 возьмем. Ботинки второго ранга. 1. 1. Воздушный транспорт. 1. Балазган второго ранга. 1. И 2 гранаты. Ё-моё. А, ну да, кровь в пакетике ушла. Оп. Все. Сказочка. Тачанку здесь оставим. Поехали на. Нихера, скорость-то лютая. Все, затормозили. Завершаем постройку. У нас есть персональное убежище, где мы сможем сейчас отдохнуть. Завершено. Awesome. Спасибо, Сэм. Эта база принесет огромную пользу многим людям. Я не только о курьерах, что будут останавливаться здесь по пути к метеостанции, но и о людях, которым они помогут, и тех, кому помогут эти люди. Мы все связаны.
Но тебе выпала честь первым отдохнуть здесь. Эх, чувствуете, да? Дух новизны. Но база такая же. БТ восстановлен. БИБИ, прошу прощения. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Ну что ж, господа, думаю, на этом мы завершим сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и, конечно же, нажимайте на великий ужасный колокол. Также делитесь этим роликом со своими друзьями. Всем счастливо, всем до новых встреч.